Как максимально все пробовать, но не распыляться? Вот задали мне вопрос, и я вспоминаю сразу на елку, на которую хотят и слезть, и, понимаете, кое-что не ободрать. Действительно, сейчас вот это есть идея, что нужно все попробовать. Слушайте, дорогие друзья, ну, мы с вами, мозги у нас не резиновые. Понимаете, все пробовать не нужно, это иллюзия. На самом деле нужно найти то, во-первых, что дает вам, как бы сказать, эмоциональную отдачу, но это просто так не будет происходить, надо будет сначала это как-то освоить, понять там и так далее. И второе, что самое главное, что когда вы эту самоотдачу уже, самоотдачу от этого дела начали получать, ваша задача расширять сферу в этой, вот то, что у вас. Ну вот, например, вот вы влюбились, у вас там отношения начались, ляськи-сиськи, ляськи-масяськи, и вот это вся счастье и так далее. И, ну, все хорошо, самоотдача, вы не распыляетесь, вы тут все сконцентрированы там и так далее. Но как-то же начнет этот шар-то угасать, да? Задача состоит в том, чтобы вы из этих отношений что-то новое совместно делали, чтобы у вас появлялись какие-то новые совместные дела, какие-то, я не знаю, способы проведения досуга, там, я не знаю, какие-то общие увлечения там, и так далее. И вот оно будет расширяться. А так вы в одних отношениях что-то попробовали, в других отношениях что-то попробовали. Все, попробовал, сижу бублем, скучаю, понимаете? Ну вот... Не надо все пробовать. Вот надо сначала найти, вот прямо, чтобы вы почувствовали, что тут как бы есть куда расширяться, так сказать. И расширять. Пробовать не на стороне, а изнутри. А вот это дорого стоит.